участники и зрители областного конкурса. Смотр-конкурс клиросных ансамблей. Царицынские голоса. Хвалите имя Господне. Этот конкурс в рамках выставки «Хвалите имя Господне» проводится впервые. По благословению его высокопреосвященнейшего митрополита Волгоградского и Камышинского Германа. При поддержке негосударственного образовательного учреждения Царицынского православного университета преподобного Сергия Радонежского и выставочного комплекса «Волгоград-Экспо». Конкурс будет проходить в течение 2 дней, где будут представлены хоровые ансамбли Волгограда и Волгоградской области. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих, и жизни богателю, приди земным, и очистины от всякие скверны, и спаси Боже души наша. Итак, под первым номером выступать будет ансамбль Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря. Далее продолжит выступление Гавриила Архангельский приход. Третий номер – Царицынский православный университет, Регинский факультет. Все здесь, кого я объявила? Отлично. Далее храм Похвала Пресвятой Богородицы. Затем храм Южное Благочиние, введение во храм Пресвятой Богородицы. Прошу прощения, неправильно, да, сказала? Южное Благочиние, храм, введение во храм Пресвятой Богородицы. Следующий номер. Приход Божьей Матери, нечаянная радость. Далее храм святого преподобного Паисия Величковского. И заключает наш конкурс храм иконы Божьей Матери «Утоли мои печали». Партнерами конкурса являются газета «Православное слово», сайт «Волгоград православный», Международный духовно-просветительский форум «Царицын православный». Награждение победителей и выдача дипломов участникам проводится в день проведения гала-концерта и закрытия конкурса 2 апреля в 16 часов. Жюри оценивает выступление участников на закрытом совещании простым голосованием по оценочным листам с максимальной стабальной оценкой. Решение жюри оформляется протоколом, считается закрытой информацией и обжалованию не подлежит. Сегодня из 8 коллективов в гала-концерт проходит 5 хоровых ансамблей, и в гала-концерте мы объявим 3 победителей. Всех участников конкурса ожидают памятные подарки и благодарственные письма от выставочного центра «Волгоград». Самое солидное жюри, дорогие братья и сестры, я хотела бы от вашего имени и от имени всех волгоградцев, во-первых, поблагодарить Волгоградскую епархию за традиционную выставку, которая вошла в жизнь Волгограда, и волгоградцы уже не представляют, как это было, когда выставки эти не проводились. Сегодня еще одно приятное событие. Впервые в момент выставки проходит конкурс клиросных ансамблей. Это замечательное дело.
Я думаю, что вот на этих нотах дивных православие будет входить в каждую волгоградскую семью, будет звучать более громче в поступках наших горожан. Всем желаю приятного прослушивания. А участникам хочу сказать, независимо от того, какое вы сегодня займете место, сколько баллов вы наберете и насколько строго будет к вам или милостиво жюри, вы делаете огромное дело. Вам за это низкий поклон и Божьей благодати. Для приветственного слова приглашается заведующий кафедрой учебной части Царицынского православного университета преподобного Сергия Радонежского Колоскова Инна Викторовна. Дорогие братья и сестры, уважаемые батюшки, матушка Георгия, случилось долгожданное событие. Наконец-то все любящие, ценящие православное пение смогли собраться вместе. Мы благодарим участников, организаторов этой выставки за предоставленную возможность. И желаем всем первооткрывателям Божьей помощи, Божьего заступления. И будем молиться за выступающих сегодня. И надеемся, что мы все получим от этого удовольствие и Божью помощь. Спасибо вам. Oh!
Акимин, разделиша ризы моя себе. Вон мим и мудрость, вон мим, прокимин глаз четвертый, разделиша ризы моя себе и одежды моей, и одежды моей, метоша шкиви. Разделиша ризы моя себе и одежды моей, и одежды моей, не тоша жребий, и одежды моей, одежды моей, не тоша жребий, не тоша жребий. Боже, Боже, вон мими, вскую оставил мя еси. Разделиша ризы моя себе и одежды мои, и одежды мои, не то шо жри. Разделиша ризы моя себе и одежды мои, одежды мои. Yes.
все темночу, и в гости. Но Зовущим.
постное произведение архиерейского богослужения. Знаменный распев в гармонизации Трубачева «Слыши пророца». Слыши пророца, Oh.
стихир третьего класса Лазаревой субботы поется в нашем храме. Жаждущие
Нашим о царстве Твоем, блажи нечисти сердцем, яко ти Бога узрят. Помяни нас, Господи, егда придеши во царстве Твоем, блажени яко ти сынами Божии нарекуся. Помяни нас, Господи, егда придеши во царстве Твоем. Блажени изгнаны правды ради, яко тех и царство небесное. Помяни нас, Господи, егда придеши во царстве Твоем. Блажени есть, егда-то носят вам и жену, и рекутся зол глаголов, и лжущими не ради. Помяни нас, Господи, егда придеши во царстве Твоем. Радуйтесь и веселитесь, яком зда ваша много на небесе. Помяни нас, Господи, егда придеши во царстве Твоем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Помяни нас, Господи, егда придеши во царстве Твоем. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помяни нас, Господи, егда придеши во царстве Твоем. Помяни нас, Господи, егда придеши во царстве Твоем. Помяни нас, Владыко, егда придеши во царстве Твоем. Помяни нас, святый, егда придеши во царстве Твоем. Стихиры субботы Баи. Глаз восьмый. Две стихиры, слава Богу. Лазаря умерши в Бифани, воздвиглися четверодневно, то кроне пристал еси гробу, глаз живот умершему бысть. И воздохнув от отреши стопом, велие чудо, много милости ли, Господи, слава Тебе. Яко же реклыси, Господи, Марфе, озлись воскресенье, делом слова исполни. Из рода возвал Лазаря, имени человека лючи мертвы страстьми. Яко сострадателен воскреси, молюся. Слава и ныне, глаз старый, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Имени пресны во веки веков. Аминь. Вели преславное чудо совершить.
лишися днесь, як у мертвеца чотириднівного. І з грома Христос возгласи поздвіже, і друга призва, славословим Його, яко преславно, да молитвами праведного Лазаря спаси души наша. Тропарь и кандак праздника вход Господень в Иерусалим. Общее воскресенье, прежде твоя страсть уделяя, из мертвых воздвиглись и Лазаря Христе Боже, тем же и мы, як отроцы победы знамение носяще, тебе, победителю смерти вопием, о сам на вышних благословен гряды во имя Господне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На престоле на небесе, на жребете на земле, на семи Христе Боже, ангелов коление, и детей воспевание приял Иси зовущих Ти. Благословен еси гряды Адама Господи. В Лазареву субботу. Достойник в неделю Вай. Oh!
копаем. Oh,
Христию, и пыльцю Бога воскресенье, все подаю божественное оставление. Совет приличный. Совещательную комнату для подведения итогов. Прошу конкурсантов не расходиться. И напомню... Комиссия, независимый эксперт наш, Ольга Юрьевна. Мне очень приятно сегодня завершать первый день нашего конкурса. Поздравить всех участников за их смелость, за то, что они, несмотря на небольшое время подготовки и первый раз проведения такого конкурса, все-таки приняли участие. И сказать, что участие в таких конкурсах, оно очень продвигает в качественном смысле наше богослужение, хотя мы сейчас вынесены за храм, но здесь исполняем произведения те, которые исполняются в храме при богослужении. Это очень интересный конкурс, который ставит своей задачей главной — развитие клиросных хоров. И мы с вами видели выступления хоров. Общее впечатление, конечно, неплохое, но нужно сказать некоторые вещи, которые и нужно исправлять. Мягко так скажем, конечно. Но нужно исправлять, потому что сам уровень подготовки очень слабенький. И будем надеяться, что с первой такой ласточкой, выйдя из храма, люди почувствуют, что без Бога они совсем не защищены. Надо молиться, больше собираться со своими составами и
улучшать качество пения за богослужением на клиросе. Есть очень многие общие ошибки, которые касаются профессиональных ошибок. У многих это произношение неправильное, акние, оканье, там, где это не положено. Мы знаем, что есть определенные законы в произношении гласных и согласных. Все так, как написано, так и поется. Поэтому больше все округляется. Особенно это слышно, когда на клиросе поет «Господь хранит пришельцы», «Господь любит праведники». А кто говорит? Как говорится, «Господи» или «Господи» правильно? Конечно, «Господи». Вот поэтому на это нужно обращать внимание и сказать о том, что такое впечатление, что мы собрались с вами, члены жюри, сошлись в том мнении, что ну, это должно быть началом того доброго дела, которое мы с вами правильно затеяли. И те люди, которые устраивали этот конкурс, очень позаботились о вас. Есть большие сюрпризы для тех людей, которые смелые, которые хорошо подготовились. Но сегодняшним результатом нашей работы будет то, что мы должны объявить три коллектива, которые не продолжают участие в этом конкурсе, к сожалению. Остальные пять коллективов остаются, и завтра в то же самое время, в 2 часа начала, будет у нас концерт продолжающийся. И из тех 5 коллективов, которые остались, будет 3 победителя и 2 почетных участника. Вот. На сегодняшний день, вот так вот, по нашему общему мнению, этим коллективам нужно немножечко побольше подготовиться. Мы их будем очень рады видеть в следующем конкурсе, если они будут принимать участие. Это такие храмы, как «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Мы благодарим этих участников и приглашаем их сюда на сцену. Благодарны вам за участие. Если будете дальше готовиться, и мы вас еще увидим. Да, в большем составе. Спаси вас, Господи. И вербное воскресенье, и самое главное, это Страстная Седмица со Светлым Христовым Воскресеньем. Была задумка этого конкурса, она долго вынашивалась, эта задумка. Я благодарен владыке Герману, что он благословил. Без его святических молитв, конечно, не состоялось бы этого конкурса. К отцу Сергию слова мне, наверное, добавить нечего, потому что он профессионал в этом деле. Я благодарен отцу Вячеславу, что он так со смирением принял на себя эту тягость для того, чтобы быть в жюри. Также благодарен всем членам жюри, которые пришли для того, чтобы в большей степени, наверное, поддержать. Потому что ну, нет задачи у нас какой-то определить лучших или худших. И я бы хотел, чтобы все это поняли. И хотелось бы все-таки, чтобы этот смотр-конкурс стал традиционным и любимым, прежде всего, для самих певчих. К моему такому, к моей радости, наверное, удивлению, я увидел много тех, кого еще не видел. Наверное, сейчас многие поймут, о чем я говорю. Но у нас клиросы такие сиротские иногда бывают во время богослужений. И все мы очень часто иногда встречаемся, настоятели храмов города Волгограда и сами певчие, которых, к сожалению, катастрофически не хватает. И здесь, конечно же, не вина нас здесь собравшихся, но вот чтобы мы стали лучше, вы прежде всего, певчие, стали лучше, здесь, наверное, мы будем стараться в этом помогать. Вот такие призы, которые устроил Волгоград Экспо, они, наверное, задел на будущее. Давайте будем говорить честно. Может быть, для какого-то большого храма, где певчие живут вольготно, хорошо поют и хорошо, хорошую зарплату получают, это может быть конкурс, ну и ни о чем. Но вот если для маленького храма, если они постараются очень сильно, то для них, наверное, это будет большой радостью заработать какой-то приз.
Это на мой взгляд. Я не знаю, как на ваш взгляд, но у нас, как я сказал, членам жюри есть еще целые сутки для того, чтобы посмотреть, насколько вы постараетесь все-таки сделать интригу для самих себя и для членов жюри, которые завтра, когда будут оценивать, они будут иметь в виду о том, что все-таки у нас не просто поощрительные призы какие-то, а все-таки достаточно серьезные, на мой взгляд, денежные призы, которые все-таки должны достаться действительно по тем качествам, по тем песнопениям, которые вы приготовите, чтобы у нас было все здесь по-православному честно. Все-таки мы люди православно здесь собрались. И очень хотелось бы, чтобы кто-то отсюда ушел, обиделся, тем более великим постом. А все-таки задача такая, чтобы если и была критика, она еще была, я так скажу, смягчена отцом Сергием, эта критика. Вот. Но еще раз повторяю, что мне бы хотелось, чтобы мы собирались так ежегодно и радовались все большему числу пришедших, может быть, что-то придумали новое, сами для себя. Надо понять, что мы здесь собираемся для себя. И это никому, кроме нас, самих никому не надо. Это не надо обычным людям, может быть, которые приходят. Они и так могут послушать это на богослужениях. Хорошее или плохое пение. Они это слышат каждую божественную литургию, каждое вечернее богослужение. Но вот стать несколько лучше для того, чтобы со стороны посмотреть сами на себя, я думаю, что это тоже полезно, потому что все у нас в Волгоградской епархии есть, но вот пока такого конкурса для нас самих, для настоятелей и для регентов, и для тех, кто участвует, поет в хорах, этого еще нет. И мне хотелось бы, конечно, чтобы на следующие конкурсы присутствовали и настоятели, которые, я уверен, каждый настоятель радеет о своем клиросе, и каждый старается, чтобы у него был хороший клирос, потому что, когда я учился, нам педагоги говорили такие слова, которые, к сожалению, сейчас вижу, что некоторые певчие забывают. Клирос не должен мешать молиться. Это надо помнить. И если все будет получаться, то радость, она будет, может быть, не столько от качественного пения в плане музыкальном, но именно от молитвенного пения. Я вот этого вам искренне желаю, кто пришел сегодня. Еще раз благодарю пришедшее жюри высокое, которое действительно профессиональное. Половина этого жюри тянет всю Волгоградскую епархию. Вот, и надо сказать, что успешно тянет, но на малых людях много далеко не уедешь. Нам надо, чтобы нас было много, чтобы было и на радость Владыки в том числе. Я думаю, что вот если бы мы все-таки пригласили Владыку, он все-таки приехал бы, нам самим было бы неудобно. Давайте сделать так, чтобы нам не стыдно было пригласить Владыку. Может быть, не на следующий раз, а через год, может быть, через два. Ну, тем самым я и нашему Владыке много лет желаю, всем нам здесь собравшись. Спасибо Господу. Спасибо. Я думаю, мы будем должны закончить на сегодняшний день первую часть нашего конкурса. Еще раз поблагодарить всех участников. Если у нас у членов жюри нет... Всем помощь. Спасибо, Господи. Наш конкурсный день состоит из гала-концерта. Вчера некоторые коллективы у нас уже перестали участвовать в нашем конкурсе, получив утешительные призы. Это было очень приятно, конечно, что отметили их участие. В сегодняшний день у нас с вами есть задача посмотреть эти коллективы, оценить их, и оценка будет проходить по следующим критериям. Значит,
4 критерия оценки. Первое, на что будем обращать внимание. Да, и еще надо сказать, что все эти 4 критерия будут оцениваться по 10-бальной шкале. Потом все суммируются, и будет общее число баллов, в котором потом определится победитель. Первый критерий оценки будет культура исполнения и общее впечатление о коллективе поющем, клиросном. Я делаю небольшую паузу, чтобы могли записать. Второй критерий оценки – донесение смысла произведения плюс дикция. Третье. Качество исполнения. Здесь будет учитываться профессиональное качественное исполнение хористов. И последний критерий оценки – это будет сложность произведения. Все по 10-бальной системе будут оцениваться. Хочется всех еще раз поприветствовать, поздравить нас с вами с возможностью проведения этого конкурса, поблагодарить Волгоград Экспо, выставочный центр за возможность предоставления этого помещения, довольно-таки уютного, и даже и не кажется, что здесь огромная выставка рядом. Мы приглашаем также всех, кто находится на выставке, прийти сюда, сейчас, в этот момент, и с нами вместе послушать песнопение этих хоров. Итак, я думаю...
Ивановского Петка, музыка Ставицкого. Это не нужно. Thank you.
Следующий коллектив на сцену приглашает. Слава Господь, и я весь одно составить. Всякая плоть, напев в виде разбойника. Все.
Отче, не помяну тебе, Отче, не предложу Иерусалима, яко начале веселье, веселье моего. Господи. Следующая участница.
словам великого Петка, одеяйся светлым коризвой, Ирина Денисовна. Господи, 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 Господ
Пригласили, что вы пришли всех нас поддержать и помолиться вместе с нами. И мы хотим начать наше выступление с удивительного произведения. Это второе экзопастеларии «Лазаревой субботы». Это очень короткое по продолжительности произведение, но оно вмещает в себя три праздника. Это прекращение плача в Вифании, где жили Марфа и Мария и брат их Лазарь, как мы помним, который умер. И вот Христос вернулся, когда он был уже похоронен, плакал вместе с ними, а потом в этом песнопении мы слышим ожидание воскресения Лазаря. Мы-то уже знаем, что он воскреснет. Это первый праздник Лазарева суббота. Следующий праздник, который звучит в этом произведении, это первое такое торжествующий, скорее, риторический вопрос от... Где твоя победа, смерть, где твоя жало? То есть это уже обещание Пасхи. И третий праздник – это неделя Вая, вход Господень в Иерусалим. Нас призывают взять Вай в руки, а на самом деле распахнуть умы, сердца и души, чтобы Господь вошел в горний Иерусалим нашего сердца. Так экзопастеларий подобен о преславного чудесе распев Оптиной пустыни. Родной тропарь нашего храма, похвалы Пресвятой Богородицы. Когда Господь повелел Архангелу спуститься на землю и благовествовать то, что сбывается пророчество, то, что родится Господь, Он сохранил это повеление Ему в тайне, пришел на землю, нашел дом, где жили Иосиф и Мария, предстал перед Девой и благовествовал ей. И Он сам был потрясен. Прошу прощения, да, батюшка, благовествовал. И сам был потрясен тем, что происходит, и он от избытка переполнявших его чувств поет «Радуйся», возглашает «Радуйся, невеста не невеста». Распев «Подобен все жених». Thank you.
Thank you.
четвертому глазу Киевского разлива в обработке Мариинского. Да, это последнее произведение, да? Да. Хорошо. Наше жюри сейчас удаляется в совещательную комнату на 20-30 минут, после чего будут озвучены и объявлены победители гала-концерта. Спасибо вам. Через 20... Уважаемые участники конкурса, наши компетентные жюри подвели итоги. И для вручения подарков и приветственного слова мы приглашаем на сцену председателя жюри, декана факультета церковного пения и православной педагогики Царицынского православного университета, преподобного Сергия Радонежского, протодиакона Сергия Колоскова. Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, уважаемые отцы, члены жюри нашей комиссии, независимые, разрешите вас поздравить с окончанием нашего первого конкурса «Царицын православный, хвалите имя Господне», который был посвящен песнопениям Великого Поста, и поздравить всех участников, а особенно тех, которые прошли у нас во второй тур в гала-концерт этого конкурса. И по результатам, подведенным нашей комиссией, у нас непростое было решение с принятием по распределению по местам. Я вам так даже скажу, очень непростое. Но мы пришли к единому мнению, и сейчас для объявления и вручения я предоставлю слово Екатерине. Третье место областного открытого смотра конкурса клиросных ансамблей «Царицынские голоса, хвалите имя Господне». Третьим местом награждается храм «Похвала Пресвятой Богородицы». Мы просим подняться на сцену. Наверное, весь коллектив, если вы здесь все, поднимайтесь, мы... Да, мы напомним, что... Хорошо, хорошо. Как было обещано, дипломы, подарки, а также денежный приз для вашего коллектива. Спасибо вам за участие, спасибо, что вы нас поддержали. И мы надеемся, что это не последний раз. Давайте поддержим еще раз. Третье место. Подарки, пожалуйста. Фотография на память. Обязательно, отец Сергий. Мне кажется, вам нужно встать рядышком. Да, пожалуйста. Это каждому раздать, чтобы один не нес все это самое. Да, если тебе тяжело будет. Третье место. Разделили. Приход Гавриила Архангела. Пожалуйста, мы приглашаем на сцену для награждения. Пожалуйста. Мы особо отметим. Особо отметим дважды отличившихся. Ну, по этому поводу скажем немножко попозже. И еще мы приглашаем для вручения подарков отдельно. Хорошо. Просто второе место разделили, и так, пауза такая. То есть приход Гавриила Архангела, мы вас поздравляем. Местом, и мне хочется, чтобы ваш коллектив был немного крепче,
и в постоянии, в количестве, в составе. Спасибо, Господи. А также второе место у нас занимает Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь. Приглашаем вас на сцену. Сестры, мы очень вам благодарны за ваше участие в этом конкурсе. Хотелось бы вам пожелать, попросить матушку, чтобы присылали к нам на обучение, но если это, наверное, не совсем возможно в условиях монастыря. Ну, пока они монахами не стали, тогда присылайте, а потом уже, когда там будут, чтобы они были рядом с вами. Я вас поздравляю, и еще хочется отметить, что это другая епархия. Что они приехали, молодцы. Вот, вашим примером мы будем думать, что будут приезжать из других епархий много клиросных ансамблей, принимать участие в нашем конкурсе. Поздравляем вас. Спасибо. Для вручения наград, подарков и денежного приза на сцену приглашается и победителем первого места, тоже первое место у нас разделили два коллектива, приглашается храм иконы Божьей Матери «Утоли моя печаль». Поддержим, пожалуйста, наших участников. Это первое место. И я бы вам сказал, конечно, для того, чтобы получить это первое место, вам помогли. Если бы полностью была моя воля, первого места вы бы не получили. Однозначно. Но я не один. Есть комиссия, в которой было принято такое нелегкое решение. У вас есть определенные заслуги, у вас есть таланты. Это говорит о том, что действительно это первое место. С чем я вас поздравляю, но прошу более ответственно относиться в следующий раз к вашему составу. Спасибо вас, Господи, за участие. Поздравляю вас. Также мы еще объявили общую фотографию, пожалуйста. На общую фотографию. Да, здесь, на сцене. Первое место, пожалуйста. Также спасибо вам большое. Для награждения и вручения дипломов и подарков за первое место приглашается Царицынский православный университет, факультет церковного пения и педагогики. И пожелать вам дальнейших успехов в вашем обучении. Вы имеете в настоящем конкурсе небольшое преимущество. Ну и так бы были бы, чтобы всегда локомотивом для движения вперед, чтобы никогда не шли на поводу, что у себя, у своей, так скажем, лени и всего остального в обучении. И то, что вы будете делать с молитвой, с Божьей помощью, стараюсь всегда принимать участие все-таки в таких конкурсах, а не пасовать перед трудностями. Вот это будет давать вам возможность себя проявить и расти творчески, профессионально, и также в молитве, и в дальнейшем качестве всех тех коллективов хоровых, которыми будете управлять после окончания обучения. Поздравляю вас и с удовольствием награждаем вас. Еще один момент от выставочного центра «Волгоград-Экспо». Мы хотели бы поблагодарить наши многоуважаемые жюри и также вручить вам небольшие презенты за вашу работу, за ваше судейство. Отец Вячеслав,
большая благодарность вам. Инна Викторовна, огромное спасибо за поддержку. Ольга Юрьевна, всегда вас ждем. Надеемся, что вы теперь с нами всегда и везде. И конечно же, отец Сергий, без вас этот конкурс бы не состоялся. Спасибо большое. Да, вам спасибо. Да, спасибо вам. Скажите самое главное, почему так? Спасибо вам, как участникам, прошу в зал. Вы знаете, хочется... Усаживайтесь, ребят, быстрее. Хочется поблагодарить всех за участие и мысль высказать одну. Я думаю, что насколько это положительное мероприятие, ну, Богу угодно это точно, качество которого, конечно, желает быть лучшим. И я сейчас хотел бы сказать о том, как мы принимали это решение очень трудное. Вы сами были свидетелями тому, что заявлено было для победителей одно первое место, было объявлено, что будет вознаграждение для тех, кто занял первое место, 15 тысяч рублей, для второго места 10, для третьего 5. Но только правда восторжествовала у тех, кто занял третье место. Нам было очень тяжело рассудить вас. Почему? Потому что нарушений регламента нашего было очень много. И пожелание на проведение следующих конкурсов такое, чтобы старались придерживаться, самое главное, тех клиросных певцов, которые действительно поют и молятся в том храме. У нас единственный такой, наверное, коллектив был, это, наверное, матушки, которые были всем составом именно из своего храма. Единственная претензия к вам была, что был меньший состав, потом вы жюри не предупредили участников, появился еще один в составе. Но об этом просто нужно предупреждать. Те коллективы, которые позволили себе других певцов, даже сейчас мы вам очень ответственно говорим, в следующий раз будут просто дисквалифицированы. Не допускать таких певцов до дальнейшего выступления. Почему? Потому что это является не совсем справедливым таким вашим главным оружием. Брать с других храмов самых лучших певцов и улучшать качество звучания своего. По поводу качества звучания также, ну да, извините, я, чтобы не бросаться, с денежными вознаграждениями у нас получилось, что два первых места получили денежные вознаграждения по 10 тысяч, два вторых по 7,5. А? По 7500, да? Первое место. А второй по 5, да? Третий по 5. Ну, извините меня за такую метаморфозу небольшую, потому что, видите, как с математикой получилось. Но в этом случае мы шли из тех убеждений, что для нас главным было в этом случае это участие ваше, потому что по качеству звучания очень большие-большие претензии есть. Вы сами понимаете, что это не самое лучшее ваше выступление, и готовиться к таким конкурсам нужно гораздо побольше, заранее, не так, как мы в университете только решили, что будем это, принималось решение за неделю до этого конкурса. Положения были вовремя разосланы всем, поэтому подходить к подготовке выхода на сцену нужно гораздо лучше. Но этот раз действительно для того, чтобы было положено начало, я думаю, начало положено, доброе. Будем ждать следующего конкурса с нетерпением, для того, чтобы потом мы могли качественно улучшить наш конкурс. Так бывает всегда. Сначала это первая ласточка, и требования потом будут гораздо выше. Ну вот, этот раз нас устроило вот такое вот решение. Еще раз позвольте всех поздравить с окончанием этого конкурса. Я думаю, никто не обиделся в этот раз. Все довольны. И если есть желание у кого-то высказаться по этому поводу,
члены комиссии, батюшки, пожалуйста, кто хочет, пожалуйста. Еще раз вас поздравляю, спаси Господи, успехов и Божьей помощи вам в этом непростом деле. Потому что пение – это не просто воспроизведение интонации какой-то, это в первую очередь, конечно, молитва. И вот как молитвенное пение, потом все сложности, потом все остальное, сначала это молитва. Пойте Богу нашему, то где же есть. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, за тяги. Мы бы хотели еще отметить нашего постоянного слушателя всех концертов, всех конкурсов. Это наш Анатолий. Ему большое спасибо за поддержку. Я бы хотела сказать, что на этом церемония награждения участников победителей гала-концерта подошла к концу. Волгоградская епархия, выставочный центр «Волгоград-Экспо» благодарит всех за участие, а также выражает искреннюю благодарность всем тем коллективам, кто нас поддержал. Спасибо всем, кто пришел сегодня. До новых встреч в ноябре. Я думаю, что второй конкурс клиросов у нас состоится в ноябре в рамках выставки «Царицын православный. Хвали имя Господня» с 14 по 22 ноября. Я вас приглашаю всех. Спасибо. Конкурс, надо сказать, что проводился впервые, что удивительно и что очень значимо для нашего города и для церковно-певческого искусства, для его распространения, поскольку это позволяет всем людям услышать уникальность церковного пения. А то, что коллективы смогли выступить, представить свой труд, свои достижения, очень радостно. Коллективы, конечно, выступали разные. И уровень подготовки разный. Но у всех мы видели желание и стремление прославлять Господа через пение, через это удивительное искусство. Я думаю, что такие конкурсы должны проводиться обязательно в нашем городе. И поддержка со стороны и администрации, и вот представителей экспоцентра очень значима для процветания, продвижения вот, церковно-певческого дела в нашем регионе. Да, вы знаете, конечно, для них было волнительно это выступление, поскольку, как мы уже говорили, это было впервые. Но, тем не менее, чувствовалась подготовка и желание. Конечно, видны те проблемы, над которыми стоит еще работать. Это и выбор репертуара, и качество пения. Но, опять же, это говорит о том, что традиции надо поддерживать, развивать и преподносить их вот людям для слышания и слушания. Я думаю, что молодые люди были как среди исполнителей, так и среди слушателей. И это как раз говорит о том, что желание духовного процветания живет в нашем народе и среди молодого поколения. Поэтому хочется пожелать слышать смысл каждого слова, которое несет в себе вот такое пение. Поэтому надо слушать, надо идти в храм, надо стараться самим понять это Слово Божие. И я думаю, что мы все будем... Все как бы найдем это благоденствие здесь на земле и на небе.